Итак, купил очередной товар в Ситилинге, удлинитель, значит, 1,5-метровый, 3 розетки. Единственное, здесь вот на самой этикетке написано 3 метра, но вот неправильно указали, да, вот эту длину. Значит, в комплекте была вот такая вот этикетка в пакетике. Сам удлинитель, давайте посмотрим. Значит, 3 жилы по 0,75 миллиметров квадратных. Рабочая частота 50 Гц, 220 вольт с заземлением. Так. Применяется для подключения ЛТТБ-ых приборов к электрической сети переменного тока. Электрический удлинитель испытан на специализированных стендах. 3 розетки Евростандарт с заземляющим контактом. Выключатель с индикатором. Шнур питания с вилкой Евростандарт. Ну, максимальная сумма нагрузки до 7 ампер. Температура эксплуатации от минус. Так, сейчас не вижу. От минус 15 до плюс 50 написано. Изготовитель. Сингапур, провинция Гэньхуэй Таун. Ну, наверное, Китай. Так, импортер. Средний срок службы 5 лет. Срок годности гарантии 12 месяцев. Не требует особых условий хранения и транспортирования. Так, ну и вот таким шнурком было завязано. Так, давайте посмотрим. Правила эксплуатации. Подключение вилкой сетевого удлинителя к сети электропитания напряжение 220. Подключите к удлинителю рабочую нагрузку. Ну и, естественно, сказано, что надо сначала включить. Я почему брал вот с этим? Ну, обязательно, мало ли что-то у вас коротнет, это как предохранитель. Здесь есть предохранитель. Да, включаете 220, и все равно как ваши розетки как-то все равно есть какой-то предохранитель дополнительный, который вот защищает. Так. Внимание, не разбирать, беречь от детей, не допускать попадания влаги. Гарантия 12 месяцев. И ну вот такая вот инструкция по эксплуатации. Она есть, в принципе, на сайте. Кстати, скажу, очень-очень качественный шнур сделан. Очень приятно его держать в руке. То есть розетка такая хорошая. Смотрите, сделано так все хорошо. Качественная. То есть, ну, 3 по 0,75. Так. Вот, идут они с заземлением. Хоть и написано максимальный ток. Вот, модель, максимальный ток 7 ампер. Вот я сзади просил, 250 вольт, 50 Гц. А сделано в КНР. А вот здесь, я обращаю внимание вот на это. Здесь написано 16. Да, здесь написано 16 ампер, 250 вольт. Давайте мы его подключим, посмотрим. Вот, включаем в обычный сетевой фильтр. Смотрим, вот, есть выключатель. Да, ну, старайтесь брать вот с таким выключателем, потому что он всегда защитит. Вот, шнур, в принципе, очень крепкий, хороший. Включаем. Все, 3 розетки. Отключаем. Это очень важно, предохранит ваше устройство. То есть, если что-то, короткое замыкание какое-то будет вот здесь, то эти 3 розетки, у вас вот этот предохранитель здесь или сломается, или он, ну, или сгорит, или это, перегорит, все. И у вас просто лампочка вот так потухнет. А здесь 3, что вы подключите, сбережете, в общем, покупайте вот с этим, вот с таким вот. Все, всем спасибо за внимание.